Владивосток, 27 мая 2024 года. Где-то там зеленый угол находится. Сегодня в городе то солнце, то дождь. Что-то вперемешку такая погода. Вот такие вот облака. Вот где-то там виднеется сопка Комарова, с которой открываются виды на бухту Золотой Рог. Виден Золотой мост и также виден мост на Русский остров. А это остановка общественного транспорта Ладыгина. Здесь вот Рэмми супермаркет находится. Ну, еще тут мебельный магазин. Ну, и всякое-всякое. В общем, большой торговый центр. Парковка тут, конечно же. Это 71-й микрорайон Нейбута. Сетевой супермаркет Рэмми, 24 часа. Здесь на Нейбута ходит автобус 16C, 16К. Здесь вот какое-то строительство происходит. Раньше на этом месте была заправка, но она такая была, какая-то непонятная. Ну а раньше в 90-е машины продавались не только на зеленом углу, но и вот здесь вот вдоль дорог стояли автомобили, тоже люди пытались их продать. Так, а вон там на сопке находится, если я не ошибаюсь, ну скажем так, часть Владивостокской крепости. Вот. Что здесь? Там внизу гаражи. Которые еще не убрали. Здесь магазин «Лакомка». Ну и другие какие-то магазины здесь тоже находятся. Там дальше магазин цветов. Вон где-то там, вот между домами, виднеется мост на Русский остров. Вон там. Вообще с этого района открываются хорошие виды. Видна бухта Золотой Рог, Золотой мост виден. Ну вот Русский остров там виден. Будет еще видна сопка Монастырская. Вот. Ну, конечно же, вот везде парковки, везде припаркованы машины, где только можно и нельзя.
Владивосток. Автомобильный город. К сожалению, раньше не предусматривали парковки. Не думали люди, что будет вот столько машин возле домов стоять. Вот. Вот видите, как дом стоит. На такой вот подпорной стенке дом стоит. Вот. Часть дома, по крайней мере. Ну, здесь вот на небе-то, конечно, ветрено. Зимой здесь постоянные пробки. Вот, особенно после снегопада, так скажем, большие пробки здесь собираются. Можно утром выезжать с района 2 часа. Вот. Сейчас в кадре сопка Комарова. На нее можно забраться и любоваться видами на город, на бухту Золотой Рог. Ну и мыс Чуркин там видно тоже, сопки с этой. Там внизу какая-то стройка происходит. Вот такие вот пароходы, дома здесь стоят. И лестницы здесь такие крутые. Ну и даже на ней будто на самокатах приезжает кто-то. Ну вот стоят здесь на остановке самокаты. Вега-магазинчик. Так, как пройти лучше? Видите, машины везде припаркованы. Пивовоз. Стройматериалы. Здесь магазинчики. Ну вот это вот вообще это основная дорога. На ней будто сюда люди заезжают на район и выезжают с района. Вот одна дорога. Ну и вот зимой в снегопады или после снегопада или во время снегопада здесь можно сказать, часовые пробки. Можно с района выезжать 2 часа. Поэтому некоторые люди не садятся на автобус, а спускаются вниз на Луговую, и с Луговой уже как-то добираются до работы. Парикмахерские здесь всякие разные. Ну, какие-то магазинчики. Вот. Ну, район такой. Здесь часто туманы бывают. Где-нибудь в центре может быть солнышко, а здесь на ней будто может быть туман. Вот как-то так. Вот машины, машины, везде машины. Вот какая-то новостройка здесь. Где-то здесь подъемчик должен быть. С левой стороны, кажется.
Так, а здесь вот, похоже, лесок. Лесок. Ух, там он. Там где-то ТЭЦ-2, тихая. Виднеется. Так, ветерок задувает. Ох, какие там черные тучи. Так, как же пройти? Как же пройти, чтобы показать, чтобы самому посмотреть еще? Так, это Нейбута 81. Здесь такой адрес. О, здесь виды открываются. Здесь шикарные виды открываются. Сейчас посмотрим. Здесь, похоже, гаражи. Вот, это крыша гаражей. Вот. И здесь... Здесь что-то у нас... Интересное. Интересные виды. Ну вот эти. Вот это новые дома все. Вон, видали, какие тучи черные прям. Это там где-то зеленый угол находится. О, там. Вот новые дома. Видимо, какой-то жилой комплекс это. Здесь рядом вот с этим домом. Ну, такая территория. Там парковка. Придомовая территория. Лавочки с урнами стоят. Вот. И здесь вот такая, ну, спортивная и детская площадка внизу. Вот это вот Нейбута, вон там центральная дорога, которая, и вот где-то, если смотреть, вот где-то вот здесь вот находится сопка монастырская, вот в центре кадра сейчас она где-то должна быть, сопка монастырская. Вот здесь виды. Ну, лесок. Местные жители сюда ходят, шашлыки жарят. Там вон море, море, море. Вот. Какие там облака черные. Такие вот пароходы, дома длинные здесь. Сейчас вверх по лестнице подняться нужно. И там должен быть подъемчик еще выше. Тут гаражи, гаражи, гаражи. И вон там он. Подъемчик наверх, тропинка там вроде как виднеется. Ветерок задувает. Так, да, там тропинка. Ветерок, ветерок. Гаражей здесь столько. Наверное, рано или поздно уберут, скажут, незаконно. Вот здесь такая тропинка. Что-то вроде тропинки здесь.
какие виды. Так. Ух, какие там виды. Солнышко так интересно светит там. И виды уже побольше так открываются, поинтереснее, но там вон люди с собаками гуляют. Такие здесь просторы, сопки. И ветерок задувает. Небо прям красивое сегодня небо. Там где-то зеленый угол, вот это вот. Все. Красота. Красота. Небо прям такое интересное сегодня. Сопка Комарова в центре кадра. Но вот, к сожалению, дома вид перекрывают все равно. Вот. Ух. Вот с этих домов открывается, надо полагать, красивый вид. Ветер здесь задувает. Вот в центре кадра там мост на Русский остров. Вот. 71-й микрорайон с высоты. Вот он продолжается там, в ту сторону. Такая вот красота здесь. Небо прям такое, ух, красивое. Какое-то оно фиолетовое такое небо. Ну вот, солнышко пытается пробиваться. Ветерок. Тропинка куда-то ведет, но не знаю куда. А, вот сейчас посмотрим, там какой-то информационный стенд висит на стене. Можно посмотреть, что это здесь. Ну, если висит, значит, это все-таки часть крепости Владивостокской. Двери, похоже, закрыты. Так. Саперный редут номер 4.
Владивостокской крепости. Погреб пороховой. Ну и вот что-то тут перечислено. Так что это территория охраняется государством. Но двери там, похоже, закрыты. Так, там дальше вроде тропинки нет. Да, вроде там тропинки нет. Возможно, и на тех холмах тоже что-то есть. Кто его знает? В обратном направлении. Небо, 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 красивое небо. Интересно. Вон, сопка монастырская там. И мост на русский остров. И русский остров. Красота. Да. Ну красиво. Красиво. Что-то там в гаражах какая-то техника работает. Что здесь за адрес? Там табличка на фасаде дома. Нейбута 77.
вот этот вот дом. Здесь детская площадка возле дома. Так, что за домом, посмотреть интересно. Балкончики здесь. Ну вот, придомовая территория. И, конечно же, припаркованы автомобили. Сирень здесь растет, цветет. Лавочки. Автомобили, автомобили. Буквально все заполонили. Детская площадка современная с резиновым покрытием. Здесь стоянка. Ох, какие здесь виды открываются. Вон он, мост на Русский остров. Вот эта крыша, это рынок ближний называется. Светофор поставили и пешеходный переход, который машины преодолевают с трудом, так скажем, вот останавливаются перед пешеходным переходом и проезжают его. Рынок, пивная бочка здесь, кому интересно. Так. Надо на другую бы сторону перейти. Там виды открываются интересные. Здесь как раз пешеходный переход есть. Так, через дорогу перешел. Здесь улица Черняховского. Рынок ближний. Продукты из Белоруссии. Там парикмахерская. По правую руку здесь гаражи.
на монтаж. Мясо парное. Ну, вот такие вот автобусы здесь ходят. 16К, 16С и 16Б. 16Б это Баляевские, но там газельки такие. Здесь стихийный рыночек, уже арбузы вон продаются. Тут лесок небольшой. Ну, здесь, наверное, местные жители собак выгуливают. Может быть, даже шашлык жарят. Там впереди автомойка, еще что-то автомобильное. И вниз, сейчас по правую руку будет вниз дорога. Там гаражи. Вот дорога вниз. Ну и даже с территории, так скажем, гаражей открываются тоже виды на город. Восток. Вон там виднеется мост через бухту Золотой Рог. Бухта Золотой Рог. Сопка Бурачка. Мост на Русский остров. Сопка Монастырская. Задул. Автомойка, шиномонтаж здесь, там странник. Гостиница и вроде как ресторанчик какой-то. Озон. Такие виды. Ну и опять дома, пароходы.
Там впереди почта и Сбербанк. Такой райончик здесь. Крутые лестницы вниз. Там цветочный магазинчик через дорогу. И здесь через дорогу магазин Fresh25, кажется. Там желтые баннеры. Остановка Демидюк здесь. Там домовой такой, ну, супермаркет. Бухта Золотой Рог, там вон Золотой мост виднеется. Через дорогу заправка. Здесь по левую сторону это Нейбута 38 дом. 16-й С автобус пошел. Ну вот машины припаркованы возле домов. Там через дорогу парковка. Но вообще это, так скажем, вот та территория, это бомбоубежище. В 90-е годы. Какое-то время на крыше этого бомбоубежища даже был какой-то продовольственный рыночек. Вот. Ну а когда строили это бомбоубежище, там скалу взрывали. Вот. Ну, где-то в 90-х годах вон там бомбоубежище. Но сейчас там что-то на автомобильную тему. Музей японских автомобилей и что-то там еще, кузовной какой-то ремонт, но там, видимо, шифруются люди. Там написано, что там ремонт серфинг досок, что-то такое. Здесь какие-то остатки
магазинчик какой-то был. О, какое там небо интересное. Так, здесь что-то, турники, брусья, качели и стоянка под деревьями, на корнях деревьев стоянка. Здесь вот что-то вроде песочницы. Видите, лавочки новые поставили с урнами здесь. Ну и вот сквозь деревья там где-то виднеется бухта Золотой Рог. Вон пацаны там на велосипедах. Там детская площадка. Лопухи вон какие растут. Здоровые. Детская площадка. Нейбута 35. 12-этажный дом. Нейбута 35. Ну вот небольшая такая придомовая территория, вот опять же парковка. Люди паркуются где только можно и нельзя. Ветерок задувает, сирень там цветет под окнами. Там вон пятиэтажки наверху. Здесь с этой точки открывается вообще шикарный вид. Прям бухту Золотой Рог видно. Красотища. Красотища. Там внизу 47-я школа, с правой стороны там где-то в деревьях детский сад находится. Вот такая вот красота с этой точки открывается. Кто-то что-то высадил, цветочки, видимо, свежая земля. Красиво, красиво, вон. И сопка Бурачка видна. И бухта Золотой Рог, и мост. Ой. Ветерок здесь. Туда дальше продолжается Нейбута, продолжается 71-й микрорайон. Еще буквально
чуть дальше там остановка и конечная.